Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из управления МВД России по Одинцовскому городскому округу задержали и взяли под стражу ранее судимого 36-летнего жителя Астраханской области, подозреваемого в краже. Злоумышленник в ночное время, отжав стеклопакет, незаконно проник в частный дом, расположенный в селе Козино, и похитил ценности на общую сумму более 7 миллионов рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия для установления причастности задержанного к другим эпизодам.